среди слушателей лекций, участников семинаров и тренингов и читателей книг всегда есть две категории людей. Те, которые, прочитав эту книгу или послушав эту лекцию, извлекают из нее пользу и улучшают свою жизнь. И те, которые, прочитав книгу или поучаствовав в семинаре, говорят, это было бесполезно, я ничего нового не узнал. Давайте посмотрим, как и чем эти люди отличаются друг от друга. Почему, получая информацию из одних и тех же источников, одни получают сокровища, а другие уходят разочарованными. Начнем с тех, кто уходит разочарованным. Что общего у всех этих людей? Те люди, которые говорят, что ничего нового я не узнал, как правило, настроены скептически изначально. И читая книгу, слушая лектора, они говорят себе, ну, это и так понятно, я и так уже это много раз слышал, и ничего нового я не узнал. Или, это уже более продвинутый вариант, когда они говорят, лектор говорит очень правильные вещи. И вот если бы мой партнер понимал это и считал бы так же, наши отношения стали бы гораздо лучше. А теперь давайте посмотрим на тех людей, которые, почитав книгу или послушав лектора, чудесным образом изменяют свою жизнь к лучшему. Какая у них есть особенность? Получая информацию из этих источников, такие люди задают себе один и тот же вопрос. Как я могу применить эту информацию в своей жизни, чтобы изменить ее к лучшему? Такие люди применяют эту информацию и получают результаты. Теперь я хочу поговорить о двух принципиально отличных понятиях. Это информация и знание. Чем они отличаются друг от друга? Информация – это просто какие-то сведения, которые вы где-то видите, где-то читаете, где-то слышите. И то, как вы распорядитесь этой информацией, именно это определяет, получите вы пользу или нет. Потому что люди, которые уходят разочарованными, они, получив эту информацию, говорят – ну, это и так понятно, ничего сверхъестественного в этой информации я не увидел. Более того, многие люди говорят об этом, я уже во многих местах это читал, это слышал, и все это бесполезно, пойду дальше, разочарованный. Те же люди, которые получают пользу из книг, лекций, семинаров, они берут эту информацию и применяют ее в своей жизни. И именно пропускание информации через свой опыт преобразует информацию в знание. И именно обретение знания, не информации, делает жизнь таких людей лучше и лучше. Именно это способствует их развитию. Поэтому я призываю вас, ту информацию, которую вы получаете из лекций, книг, семинаров, тренингов, активно преобразуйте в знания. Задавайте себе вопрос, как я могу применить эти знания в своей жизни, чтобы сделать ее лучше. И вы будете удивлены, как сильно меняется ваша жизнь в лучшую сторону. С вами был Антон Деркач. Я желаю вам развития и счастья. И до встречи в новых видео.